В эфире обзор прессы на Первом деловом. В понедельник, 20 мая, в популярных украинских изданиях «Читайте о таком». В разгар майских праздников Европейский центральный банк впервые за 10 месяцев снизил ставку рефинансирования и заявил о возможности дальнейшего пересмотра ставок для поддержки экономики еврозоны. Базовая процентная ставка уменьшилась с 0,75% до 0,5%. Кроме того, предельная ставка кредитования снизилась с 1,5% до 1%, а депозитная ставка осталась неизменной – нулевой. Ключевые причины, подтолкнувшие ЕЦБ к пересмотру базовых ставок – высокий уровень безработицы в еврозоне. Больше в издании «Эксперт». Украинские дочки российских банков разыгрывают козыри, которые оказались у них во время финансового кризиса. До сих пор основным преимуществом россиян были тугие кошельки, которые регулярно пополняли материнские банки. Мощные финансовые подпитки с родины позволяли им наращивать кредитные портфели даже в сложном 2009 году, когда отечественная банковская система сидела на мели. Расширяя свое присутствие в Украине, российские финансисты выполняли поставленную Кремлем задачу – стать основным поставщиком кредитного ресурса для важнейших секторов украинской экономики, что поставило бы привлекательное отечественное предприятие в финансовую зависимость. Больше читайте в издании «Комментарии».